3 марта 2015 года, Бишкек. Президент Татарстана Рустам Миниханов встречается с главой Киргизии Алмазбеком Атабаевым. Мы очень рады, что наконец-то прибыли на эту прекрасную благодатную землю. Сегодня очень хорошо поговорили. Большое спасибо премьер-министру. Вопросы торгово-экономического сотрудничества, культурно-гуманитарные связи, туризм – вот лишь некоторые темы обсуждения. Присоединение Кыргызстана к Евразийскому экономическому союзу открывает серьезные перспективы для расширения и углубления двусторонней связи в различных сферах. Потенциал огромный между нашими странами, и Республика Татарстан может активно подключиться к этому процессу. Ведь, в принципе, у нас вот с 9 мая Кыргызстан уже становится полноправным участником процесса евразийского. В рамках этого визита прошел и Татарстано-Кыргызский бизнес-форум. Готовится ответный визит кыргызской правительственной делегации в Казань. По традиции Рустам Миниханов отдал дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне, возложив цветы к вечному огню на площади Победы в Бишкеке.